Ну и завершая наш выпуск, в Наташинском парке открыли новую планету. Ее обитатели – хитрые, но добрые еноты, а также зверьки из их семейства. Животные порадуют всех посетителей контактного зоопарка, ведь остаться равнодушными от этих общительных ручных созданий просто невозможно. На планету енотов отправилась и наш корреспондент Анна Троян. Мы называем этих зверушек чудо-юдо. Это смесь лисы и пса, а называем их так, потому что этих животных в природе не существует. Это искусственно выведенные зверушки. На планете енотов Чернобурка Блюфрост – уникальный экспонат. Настоящий антистресс, мягкая, как игрушка, спокойная и неигривая. Полная противоположность своим соседям – шести активным енотам. Ой, как вкусно нам, да? В дикой природе еноты – опасные хищники, а те, что живут в контактном зоопарке, выращены изначально людьми. Поэтому человек для этих животных такой же друг, как и их сородичи. Енотики – это очень общительные животные. Как видите, они очень любят ласку, обниматься и даже вас трогать, щупать. Томас любит кушать. Он за еду мать родную продаст, поэтому это отличная возможность с ним поиграться, пообщаться. Он вполне ручной. Томас – любимчик публики. Добрый и заводной пухляш в Люберецком контактном зоопарке живет как на курорте. И неспроста это место зовут трогательным, ведь лапки у енотов тактильный орган, поэтому эти малыши так и норовят познать все и каждого прикосновениями. Они такие няшки, вот эти масочки на их мордашках, они прям на них смотришь и думаешь, что это просто мимимишка, которую хочется прижать и потискать. Но в природе этого категорически невозможно сделать. А вот у нас можете, да, прийти, взять его, поцеловать, потискать, помассажировать, и им будет это приятно. Еще один сосед любопытных енотов, Насуха Кекс, попал к люберецким обитателям из другого контактного зоопарка. Он живет то с Мишелькой, то с остальными енотами. И в целом мы думали, что он будет отстранен от них. Но на самом деле, как выяснилось, они достаточно тепло все его принимают. Побывать на планете енотов можно ежедневно с 11 утра до 7 вечера в Наташинском парке. Ее обитатели живут рядом с другими питомцами в контактном зоопарке. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.